Если вы думаете, что времена светских балов остались в 19 веке, то ученики гимназии номер 3 могут с вами поспорить. Здесь это ежегодная традиция с незапамятных времен. В каждой школе есть свои традиции. В нашей гимназии номер 3 ежегодно весной проводят Мариинский бал. Это очень красивое зрелище. И принять в нем участие – это очень почетно и требует колоссальной подготовки. Как говорят учителя, Мариинский бал – это праздник танца, молодости, красоты, изысканных манер и верности культурным традициям. Артур, как ты готовился к балу? Сначала мы разбирали танец с учителем. Потом мы уже пробовали делать самостоятельно, и у нас получалось все хорошо. Но потом, в конце концов, мы все получили. Полюбоваться всем этим собираются старшеклассники, их родители, гости, учителя и выпускники. В зале нет ни одного свободного места. Сегодня было очень много танцев, каждый из них особенный, запоминающийся, такие как вальс, минуэт, несколько вальсов мы танцевали, старинные танцы. Мы совмещали подготовку к балу и подготовку к экзаменам. Репетиции у нас проходили после школы, 2 раза в неделю, мы готовились на протяжении 3 месяцев. Торжественный полонез открывает Мариинский бал. В этом году он 17-й. Девушки и юноши исполняют старинные современные танцы, в том числе в парах. Да, найти себе напарницу – это задача со звездочкой. Интересно, как же с этим справляются ребята? Ильнар, как найти партнера? Партнера нужно искать с тем, которым будет комфортно. Кто может тебя поддержать, и ты можешь поддержать партнера в стрессовой ситуации. И потерял ли бал актуальность в 21 веке? Я считаю, что это большой вклад в культурное развитие нового молодого поколения. Ведь таких мероприятий очень мало. Ученики начальных классов танцуют более задорные танцы. Такие ритмы мне тоже по душе. Кстати, в нашей 3-й гимназии проходит не только Мариинский бал. Бывают еще детские сиреневые балы. Но все-таки не зря Мариинку называют самой танцующей гимназией. Какие у тебя впечатления после бала? Сегодня у нас очень большой праздник. Мы долго готовились. Как научиться танцевать так же круто, как это делаешь ты? Главное, я желаю этому, и все получится у тебя. Кстати, разучивание движений, поиски нарядов – это все возлагается на учеников, помимо обычных уроков. Такая нагрузка не должна отражаться на оценках. Блистать на балу приглашаются те ученики, у которых блестящая успеваемость и такое же прилежное поведение. Я тоже буду так же вальсировать в ритме вальса, но всему свое время. Осталось подождать 5 лет, и юные корреспонденты детской информационной службы будут брать у меня интервью. Матвей Теренин,